Депутат регионального законодательного собрания Лилия Корниенко накануне поздравила учеников школ Пролетарского района Твери с началом нового учебного года. Репортаж смотрите прямо сейчас. Вот и лето прошло. И для кого-то просто настал первый день осени. А для 2 миллионов российских первоклассников этот день совершенно особенный. Потому что он открывает для них двери в новую, неизведанную и такую манящую школьную жизнь. И хорошо, что взрослые решили не отменять праздник для детей, и День знаний начался с традиционных школьных линеек. Неизменным гостем этого мероприятия в школах Пролетарского района является депутат законодательного собрания Лилия Корниенко. И наш президент Владимир Владимирович Путин, и наш губернатор Игорь Михайлович Руденя, Голубев Сергей Анатольевич, председатель законодательного собрания, все уделяют огромное внимание демографии, то есть рождаемости. И мы этому очень рады, когда у нас больше и больше становится первоклассников. Я думаю, это, наверное, у всех праздник. С третьей школой-интернатом Лилию Корниенко связывает многолетнее сотрудничество. Здесь в основном учатся дети из многодетных семей, а они всегда были предметом особого внимания депутата. Лилия Нигматуловна оказывала очень существенную помощь в оснащении школы-интерната. Весь линолеум, который постелен в классах и в спальнях, это все помощь Лилии Нигматуловны. Детские сады и школы. Если оттуда поступает запрос, он никогда не остается без ответа. Многолетняя шефская помощь возглавляемого Лилией Корниенко хлебокомбината «Волжский пекарь» очень важна для них. Конкурсы какие на заводе, экскурсии наши дети постоянно ходят. Выделяют денежные средства нам на ремонт порой, на какие-то мероприятия. В общем, очень большой наш друг. В День знаний Лилия Корниенко лично побывала в 3 школах. По традиции в этот день вручали подарки первоклассникам. Специально к 1 сентября были выпущены вафельные торты в сувенирной упаковке «Я люблю свою родину». Дети должны себя чувствовать, что они в своей стране, в своем доме, что они хозяева этой страны. Поэтому вот эту уверенность в себе, наверное, им надо и воспитывать. Когда есть уверенность, когда есть знания, когда есть желание, когда есть любовь к этой родине, тогда у них все и получится. Торты с красивым девизом «Я люблю свою родину» 1 сентября получили в подарок более 500 первоклассников в разных школах Твери и Тверской области.